Пять знаков зодиака, которые чаще других становятся знаменитыми и популярными. Одни люди могут быть настолько общительными, яркими и привлекающими внимание, что они вполне закономерно становятся знаменитыми и популярными благодаря своим личностным качествам. Но для некоторых путь к славе прокладывается их решительностью, настойчивостью и трудолюбием. Среди всех зодиакальных знаков такими шансами обладают только следующая пятерка. Скорпион. Скорпионы пробивные, бесстрашные и очень обидчивые, когда они не получают внимания и признательности, которых, по их мнению, заслуживают. В результате такой настойчивости из скорпионов получаются знаменитые личности. Кроме того, они склонны хранить в тайне все нюансы своей жизни. А как вы понимаете, нет ничего более притягательного, чем чей-то большой секрет, который тщательно скрывают от общественности. Стрелец. Стрелец – личность яркая. Люди этого знака отлично умеют общаться с кем угодно и на любом уровне. Они способны заинтересовать, заинтриговать и стать образцом для подражания. При определенной сноровке стрелец настолько мотивирует окружающих, что те готовы идти за ним, как за новым гуру или мессией. Весы. Кто бы мог подумать, что спокойные и выдержанные весы способны стать знаменитыми? А ведь они еще как могут встать на путь к славе. Весы прекрасно умеют поддерживать разговор, они гениальные мотиваторы и посредники, а также они знают, как и когда нужно вовремя среагировать, чтобы их заметили и продвинули вверх. Слава к ним приходит тихо и незаметно. Овен. Овны чрезмерно честолюбивы и постоянно рвутся на самую вершину, поскольку на меньшее они ни за что не согласны. И разве кто-то в силах им помешать? Кроме того, с овнами всегда весело проводить время. Они умеют сами для себя придумать сенсационную историю, организовать скандальчик или вести себя эпатажно. Это типичные любители и создатели хайпа, а потому всегда и у всех на виду. Лев. Львы умеют выдерживать внешнее давление, они отлично ориентируются в трендах и безошибочно вписываются в любое общество. Они умеют носить разные маски и играть разные роли, потому запоминаются своей активностью, яркостью и энтузиазмом. А еще львы всегда хотят быть идеальными и запоминающимися. В итоге ничто и никто не в силах остановить их на пути к славе, успеху и признанию. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь.